Здравствуйте! Это прогноз погоды на АТВ. Я Екатерина Быкова расскажу, что нас ждет за окном на вторник, 1 ноября. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам солнечно, а также небольшой ветер до 6 метров в секунду. Днем очень холодно. Отметка термометра опустится до минус 10 градусов, а ночью минус 15. Как говорится, держите ноги в тепле. В южных районах также солнечно, днем 0, ночью минус 9. Ожидается небольшой ветер до 4 метров в секунду. В Улан-Удэ ясно. Днем ровно 0 градусов, ночью минус 9. Порывы ветра до 5 метров в секунду. Начало недели обещают быть солнечным. Наслаждайтесь ясным небом, пока погода позволяет. А с вами была Екатерина Быкова. До новых встреч!